Всем добрый день. Нахожусь под яблоней, которая называется Белый налив. Сейчас пособираю яблоки и повезу угощать наших украинцев. С хозяйкой согласовала. Она и в том году нам много яблок давала, кормила нас. И в этом году, как мы приезжаем, она и не против, и, похоже, рада нас видеть. Мы собираем эти яблоки. Яблоки вкусные, пахучие. Белый налив, как в Украине. Собрала целую большую сумку. Наверное, 15 килограмм будет. Пусть люди кушают, радуются. Ой, где она, та сумка? А вот она.